Здравствуйте, я Мария, эксперт М-Видео, а рядом со мной пылесос LG для сухой уборки из серии «Компрессор». Классическая модель с телескопической алюминиевой трубой. Здесь же на ручке управление мощностью, в комплекте 4 насадки, щелевая для пола и ковров, 2 в одном для пыли и мягкой мебели и турбощетка для интенсивной уборки. Благодаря креплению между трубкой и управлением на ручке щетка 2 в одном всегда под рукой. Теперь обо всем по порядку. Система фильтрации «Турбоциклон» работает без потери мощности всасывания. Поступающий воздух фильтруется на входе, пыль сразу же отправляется в контейнер, а воздух, пройдя дополнительные фильтры, выходит из системы чистым. Кстати, выходной фильтр HEPA-13 задерживает 99,95% частиц пыли и обеспечивает чистый воздух на выходе. А вот здесь самое интересное. Пылесос не требует мешков для сбора пыли. В контейнере она прессуется в плотные брикеты с помощью вот этой лопасти. Это позволяет не только собрать в 3 раза больше пыли, но и сделать уборку и очистку пылесоса более гигиеничной, без облаков пыли. Давайте посмотрим, как пылесос справляется со своими задачами. Собирается он очень просто, буквально пара движений и все готово. Ну что ж, приступим к делу. Для начала проверим основную щетку для уборки пола и ковров. Максимальная мощность всасывания здесь 420 Вт. Посмотрим, будет ли этого достаточно. А теперь усложним задачу. Посмотрим, справится ли турбощетка с шерстью домашних любимцев. Дети не всегда бывают аккуратны. Очистить диван от крошек печенья поможет щетка 2 в одном для пыли и мягкой мебели. Чистить сам пылесос очень легко. Просто выбрасываем брикет пыли и все. Она не будет разлетаться по сторонам, сводя уборку на нет. Такая опция принципиальна для людей, склонных к аллергии. И, кстати, производитель предоставляет 10-летнюю гарантию на механизм прессования. С пылесосом LG легко найти общий язык. Он не только достойно справляется со своими задачами, но и предельно прост в использовании. На этом я с вами прощаюсь и вместе с М-Видео желаю вам приятных покупок. М-Видео. Нам не все равно.